Клеверный мост, расположенный на перекрестке Киевской трассы и объездной дороги, стал намного светлее. На проблемы с освещением на оживленной транспортной развязке обратили внимание в областной службе автомобильных дорог. Впервые за последние 10 лет здесь восстановили освещение на всех 175 опорах. Теперь движение стало значительно безопаснее. Отмечу, что Клеверный мост выполняет функцию развилки между магистралями государственного значения – Киев-Одесса, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь, Новоазовск и Одесса-Кучурган.